ставить action на создание поста. Нажимаем add action. Firestore create document. Мы создаем новый документ в нашей базе данных. Тут нам нужно выбрать коллекцию посты. User reference. Выбираем авторизованный пользователь, так как вы сейчас в приложении сидите, и от своего имени создаете пост. И выбираем user reference, это наш ID номер. Подтверждаем и add field. У нас, как видите, много филдов. В этом случае нам likes нужно убрать, comments также нужно убрать, их у нас нету. И у нас остается только image и description. В image берем uploaded photo video, а в description мы вставляем unset description. Вставляем его сюда, и у нас все работает. Также тут есть функция action output variable name. Например, если мы напишем post, давайте напишем new post. И нашим вторым action после создания нашего поста, что мы хотим, чтобы приложение открыло нам страницу этого нового поста. Нажимаем Add Action, Navigate to Detail Page, и здесь мы можем передать параметр. Вот он, параметр Post у нас есть, а мы передаем через Action Outputs New Post. И передаем Reference. Confirm. Можем Replace Roads поставить. Чтобы мы не попали обратно на эту страницу, он перейдет на первую страницу нашу. Все, окей. Все, теперь при нажатии сюда мы будем переходить на Detail Page, на вот эту страницу. И при нажатии вот сюда мы должны перейти на Home Page. Так, далее у нас в Detail Page есть комментарии. У нас нету компонента, который будет создавать нам комментарии. Вот при нажатии сюда у нас открывается More Actions. Здесь есть Send Message. Давайте добавим еще с вами здесь. Так, где у нас? Вот он. Comment. Что-то вот такого добавим. New Comment. Все. И теперь мы можем с вами создать компонент. Comment. И выбрать, например, готовый comment box. Use my theme нажму. Create. Давайте посмотрим, что он делает. Так, у нас вот эти вот штуки нам не нужны. У нас только пост будет. Да. Здесь мы спокойно можем с вами передать нашу фотографию. Например, кликаем на фотографию. Path. И authenticated user photo URL. Здесь будет наш комментарий. Давайте кликаем на пост. Мы добавляем action. Create document. Comments. И добавляем сюда все филды. User reference. Мы выбираем авторизованный пользователь. Пост. Нам нужно выбрать ID номер поста. Как мы это сделаем? Мы можем в Component Parameters нажать плюсик и добавить параметр Post, передать Document Reference и Post. Хотя в нашем случае можем даже документ передать, так как у нас нет никаких обновлений, здесь ничего показывать не будет, мы просто документ передаем и все. Хотя в дальнейшем может оказаться, что это будет неправильно, но ничего страшного. Теперь здесь в OneSet мы вставляем Post. И reference. Comments. Мы добавляем с вами вот этот write something. Confirm. Create a time. Мы с вами добавляем уже global properties. Это все настройки вашего мобильного телефона. Да, все, что к вам относится, здесь все это есть. Current time. Likes. Specific value пишем 0 обязательно. И rating пишем также 0. Тоже обязательно. И вторым экшеном нам нужно убрать теперь этот компонент с экрана. Так мы нажмем на кнопку, ничего не произойдет. И мы должны сказать ему, что ты должен будешь сделать вот это в следующий раз. Да, вторым экшеном
ищем dismiss bottom sheet, dismiss, или dismiss custom dialog. Это будет у нас больше как custom dialog. Тоже мне нравится. Вот. И перекидываем его вот сюда. Теперь на create post page, а нет, на more actions, new comment. Мы передаем custom alert dialog, select component, comment, передаем параметр поста, component параметр, мы, получается, сюда ничего не передаем, да, нам нужно передать post document, post confirm, да, и вот сюда мы далее передаем этот параметр. Все, теперь он передается. Ширина у нас будет, пусть будет 100%, height пусть будет 200. Или давайте 300 будет. Ничего страшного. Barrier color мы выбираем вот из recent colors. Тут можем просто выставить 0,0. Align with the current widget нет. Все. Так, и еще мы хотим убрать этот bottom sheet, чтобы при нажатии сюда он исчез и появился тот. Мы добавляем второй action, называется dismiss, bottom sheet dismiss, и ставим его первым. Сначала он исчезает, потом то появляется. Теперь давайте вернемся с вами в detail page, и на клике вот сюда мы передаем параметр поста нашего. Post document, document. И, в принципе, все. Давайте проверим, как это в превью моде работает. Нажимаем сюда. New comment. Исчезает, появляется новое. Все отлично.